Ну что, Гамарджоба, наши друзья из солнечной Грузии, из нашей братской Грузии, из страны, которая точно знает, что такое агрессия, и точно знает, когда нужна помощь, кому нужна помощь. И сейчас мы этому видим подтверждение. Сегодня вот Михаил, наш друг, сегодня привез от нашего замечательного друга, можно сказать, уже настоящего украинца, от Гуджи, привез и от их компании, от L-Building, да, шикарный автомобиль. Да, он не новый, но для тех целей, для которых он нужен, он в шикарном состоянии и свою работу сделает. Поэтому для всех переселенцев, для всех людей, кому реально нужна помощь, людям, которые пострадали от войны, кто-то уже дважды, к сожалению, с Луганской, с Донецкой области, с Мариуполя, с Херсона, с Бердянска. Этим людям нужна постоянно гуманитарная допомога, чем, собственно, наши ребята, фонд «За Луганщину», и занимаются в течение всех уже 6,5 месяцев этой гребаной войны. Гуджа, спасибо тебе большое. Миша, тебе слава тоже Украине. За доставку. Эта машина будет работать на нашу победу, на нашу перемогу. Да, слава Украине, слава Грузии. Героям слава.